Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Emporia Smart 4. И сейчас я покажу вам, как добавить фотографию контакту на данном устройстве. Для этого мы открываем приложение телефон, выбираем контакты, выбираем какой-нибудь контакт, к которому добавим фотографию, нажимаем на карандашик, нажимаем на фото, выбираем выбрать другое фото или сфотографировать, это не важно. Нажимаем, можно только сейчас, можно всегда. Понимаем, что у нас здесь ничего нет. Нажимаем сфотографировать. Делаем какую-нибудь фотку. Нажимаем на галочку, если нас все устраивает. Нажимаем готово. Можем отредактировать немного. И нажимаем сохранить. И таким образом мы поменяли фотографию контакта. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.